Где наши свободы? Найди Иерихон! Найди Иерихон! Я Android AK-700. Создан служить вам. Жду ваших... Обнаружен сбой в моей программе. Обратитесь в ближайший центр поддержки Киберлайн. Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Твой предшественник был, к сожалению, уничтожен. Да, девианты непредсказуемы, но все же и он был слишком беспечен. Надеюсь, ты не повторишь этой ошибки. Ни в коем случае. При уничтожении Коннора его память копируется на другой носитель, но часть данных может быть потеряна. Так что будь осторожен. Так будет лучше для тебя и для расследования. Я понимаю. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о девианте? После насилия со стороны хозяина андроид демонстрировал признаки посттравматического синдрома, как будто ему переписали программу. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он раздражителен, имеет проблемы в общении, но, полагаю, он был хорошим детективом. Интригующая личность. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Я постараюсь наладить с ним дружеские отношения. Если добьюсь его доверия, это поможет расследованию. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Продолжи расследование предыдущего Коннора и выясни, в чем дело. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Охренеть. Этот робот мог вообще всех положить. Катер ВМС США столкнулся с российским транспортником. Пока обошлось без жертв и повреждений, с обеих сторон сделаны лишь предупредительные выстрелы. Министр обороны Деннис Рикс назвал это возмутительной провокацией. Я ищу лейтенанта Андерсона. Другие страны... Его стол вон там. Призвали стороны немедленно отозвать войска и начать международные переговоры. Пока нет Москвы, ответа не последовало. Мы будем продолжать на центральный вокзал Детройта для рейса подозреваемых. Перестрелка на складе в Ньюпорт-Харбор. Внимание всем постам. Ты со мной. Новую публику и нападение отягчающих. Нужно подумать. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Бип. Короче. Лейтенант Андерсон, это Коннор. Android из компании Киберлайф. Я жду вас в офисе. Уже почти 12. Лейтенант, мое имя Коннор, Android из компании Киберлайн. Боже, тебе же вчера башку прострелили. Мой предшественник был, увы, уничтожен. Но его память переписали на другой носитель, это я. Тот инцидент не повлияет на ход расследования. О, господи. Хэнк, иди-ка сюда. Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, уж особенно пластмассовый урод. Давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен. Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Я очень рад, что меня приняли. Уверяю, что приложу все усилия. Закрой дверь с той стороны. Хорошего дня, капитан. Понимаю, уничтожение моего предшественника могло быть для вас неприятным эпизодом. Я сделаю все возможное, чтобы этого не повторилось. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить, у вас какая-то особая причина презирать меня? Да, есть одна. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Хотел спросить, вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. 243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель AX400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Господи. Знаю, вы не рады, что вам поручили это расследование. Но вы же профессионал. А давай ты уже пойдешь нахер. Меня назначили выполнять расследование, а не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня, не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели AX400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривенделе. Хорошо. Алиса, просыпайся. Значит, это был не кошмар. Нет, это был не кошмар. Как ты? Я замерзла. Что теперь будем делать? Тот андроид вчера вечером дал мне адрес, сказал, там помогут. Вон там за той дорогой ходят поезда. Может, рядом станция? Пройдем чуть-чуть пешком. Тогда пошли. Тебе очень идет. Ты прямо совсем как человек. Нас ищет полиция. Ладно, пока это все. Вы свободны. Патрульные сейчас спрашивают по округе, может, кто что видел. Хорошо, если что найдут, дайте мне знать. А с этим что будешь делать? Без понятия. Она села на первый же автобус и доехала до конечной. Импульсивное решение под воздействием страха. Какой страх у андроида? Она девиант. Девиантов могут охватить эмоции, и тогда они действуют нелогично. И все равно не ясно, куда она делась. Идти ей некуда. Побег не продуман. Она может быть рядом. Может. Далеко не уйдет. Рано или поздно поймаем. Погнали. Все нормально? По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроида для вспомогательной работы, но сообщается, что этот революционный прототип будет непосредственно участвовать в расследовании преступлений. Мы обратились к Киберлайф за комментарии. Эй, мистер, мелочи не будет? Да. И что сказал? Надо думать. Да. Скажи, но бред ведь? Да, конечно. До созвона. Выкинем Мэнди. Иерихон здесь. Тебе железная наводка. Пятый номер в третьем. Быстрее молния. Зуб даю, всех в пыли оставят. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия. Не ошибешься. Ну-ну. Давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Прошу простить мое поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты! Это ты сейчас включил программу «Легкий подхлемаш». Гляжу, у вас там в Киберлайф все продумали. Пожалуйста. Спасибо, умираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Видал? Приятного аппетита. Спасибо. Часто туда обедаете? Почти всегда. В Угаре лучшие бургеры в городе. Позволите личный вопрос, лейтенант? За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Рассказать вам, что известно о девиантах? Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды, и андроид может стать непредсказуемым. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа все теперь про меня знаешь? Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Работа с человеком, который имеет сложную личность, несет в себе трудности. Но адаптация к человеческой непредсказуемости – одна из моих функций. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить? Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Эй, Коннор! У тебя батарейки сели? Извините, я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет, я иду. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком... Людей не хватит. А ты что, правда отправлял своим рапорт из лифта? Верно. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. Что за хрень? Эх, господи, ну и вонища. Похоже, зря притащились. Он ушел. Мне надо на воздух. Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. Эти права поддельные. Круто! Хоть не зря приперлись. РТ. Видимо, инициалы. Его инициалы на одежде? Типа как мамка в детском саду пришивает. В раковине лежит диод. Ну, конечно, это был андроид. Человек не стал бы терпеть голубей. Ты знаешь, что это? RA9. Написано 2471 раз. То же самое написал андроид Артиса на стене ванны. Что значат для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Последний кретин, который такие хранит. В электронной читалке нет аромата. У нее и страницы не желтеют. Тебе-то этого не понять. Чего ты ждешь? Лови давай! он делся? Я упустил. А, черт! Мы ведь почти поймали! Ладно. Ничего, неважно. Мы его теперь знаем, не уйдет. Все, пошли отсюда. Я уже насмотрелся на овощи. Такого не должно быть. Неудачи нет в программе. Ну, добро пожаловать в клуб. Облажался ты. Да уж. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. Сколько вас тут? В рабочем состоянии 19. У всех остальных сильные повреждения. Многие стремились к Иерихону. Мало кто дошел. Люди не питают к нам сочувствия. Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Я не понимаю, я думал, Иерихон — это место, где андроиды свободны. Конечно, мы свободны. Ты надеялся увидеть нечто иное, но все же это свобода. У нас больше нет хозяев. Понимаю твои эмоции, но все же у тебя не было и такой свободы. Раньше вами управляли люди, а теперь управляет страх. Да никакие вы не свободные. У вас просто другой хозяин. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали, но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. Сходи, как Люси. Может, будет полезно. Говорят, люди тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Я рада тебе, Маркус. Я смотрю, многим сильно досталось. Так люди поступают с непокорными. Презирают нас. Они никогда нас не примут. Если многим нужны запчасти, голубая кровь, почему же их до сих пор не достали? Не все так просто. Мы же не можем вот так заявиться в магазин. Да и все боятся отсюда нос высунуть. Кто нашел это место? Уже никто не знает. Но его тело наверняка валяется где-то здесь. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Плохи, наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Я... не хочу отключаться. Ты Люси? Присядь. Покажи. Надо закрыть раму. Дай мне руку. У тебя было все, и ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. Саймон, я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Стоит попробовать. Ладно. Я в деле. Ты как, ничего? Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Мы на месте. Вы из Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Прошу. Проходите, не стесняйтесь. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. Не пугайтесь этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее. в этом мрачном старом доме. Прошу вас. Располагайтесь. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида. Он сказал, вы поможете. Ясно. Ты девиант? А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа, такие просторы, чистый воздух и нет законов об андроидах. Идеальное место для новой жизни. Да, мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Идемте. Прошу за мной. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. Мне не нравится этот дом. И он тоже. Я боюсь. Давай уйдем. Знаю. И мне он не нравится. Будем осторожны. Вы уж извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Идем, Алиса. Сюда, пожалуйста. Ты не могла бы встать сюда? Должен предупредить, это может быть неприятно. Ты знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что на самом деле удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кара! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиант хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий. Вот к чему приводят мечты. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Можно позавидовать. Кира! О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Ты кусаться? Ну я тебя поучу, манера маленькая дрянь. Кэра, очнись, Кэра! Приходи в гостиную. Он стер ей память. Нет, этого не может быть. Ты должна вспомнить. Ради нее. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Ты должна вспомнить, кто ты. Или маленькая погибнет. Идем, Алиса. План хозяина готов. Отнеси ему. Да, Лютер. Поставь это вон туда, на стол. Убери эту душу. Свали там, за дверь. Дала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском бухгалтером, шлюха! Ты меня слышишь? Да, Златко. Лютер! Лютер? Да, Златко. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну, на что мелкое сгодится. Я понял, Златко. Приведу девочку через 10 минут. Что ты тут делаешь? Хозяин разрешил тебе быть здесь? Надо всегда повиноваться. О да, надо всегда. Тебе сюда нельзя. Нечего тебе тут делать. Нет, нечего тут делать. Я сожалею о девочке. Заряжена. ты меня вспомнила! Разве я могу забыть? Прости меня. Ты была права, зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной, только тихо, ладно? Лютер! Да, Златко. Я закончил. Тащи сюда мелкую. Слушаю, Златко. Иду! Они нас ищут, надо бежать, пока не поймали. Сейчас придут. А чё взял в дыму-то? Лютер! Да у нас дом горит! Лютер! Вот нет стерва! Беги! Нет, я тебя не брошу! Беги как можно быстрее! Я предупреждал! Мечты всегда ведут в яму! А ты не послушала. Ты что делаешь-то? А ну, пошел прочь! Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не проделал. Да как ты смеешь? Как ты смеешь? Это еще что? Вас кто выпустил? Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Я ваш хозяин! Я не хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я, наконец, прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку. Ладно. Я тебе верю. Я так боялась тебя потерять.